За окном сугробы и мороз, а в квартире Александра Моисеева настоящая весна. В двухкомнатной хрущевке растут и радуют буйством зелени более 260 всевозможных растений. Среди них немало экзотических видов. Мурая, папоротник, драцены, диковинные кактусы, которые время от времени хозяин заботливо моет стиральным порошком и укладывает им прически. Одним словом, не квартира, а оранжерея. К празднику готовится зацвести хамидорея, или, как ее еще называют, бамбуковая пальма. Биолог говорит, ее соцветие похоже на мимозу. Согласитесь, не каждый вот так может преподнести в подарок собственноручно выращенный символ весны. Вообще цветовод против покупки уже готовых растений в горшках. Природу растений нужно постичь самому. Когда есть исходный материал, из чего можно это сделать, то лучше это сделать самому только лишь потому, что ты получишь душевное настроение, понимаете? Ну что я куплю, ну чего дальше? Купленное уже изученное. А это, пожалуй, один из долгожителей цветочного семейства – пальчатая пальма Хамеренс. Ее отросток с юга привезла бабушка Александра более 30 лет назад. Ветвь благополучно прижилась, а сейчас вымахала практически с человеческий рост. Догоняют долгожительницу 26-летние хавия, финиковые пальмы и канарский финик. Впрочем, неудивительно, ведь пальма – символ долголетия, вырастить который способен каждый, было бы желание. Если ты это хочешь, если ты вооружен знаниями, если у тебя есть стремление быть с ними рядом и постараться по мере возможности понять вот эту красоту и попробовать изучив каждое растение, вырастить их в своем горшке. Это действительно очень интересно. Выращивание растений – не просто увлечение, это профессия Александра. Вот уже 34 года он занимается тем, что озеленяет парки, территорию предприятий. Еще со школьной скамьи он понял, что готов посвятить растениям всю свою жизнь. Кстати, освоил и профессию метеоролога. Говорит, по растениям можно определить, будут ли осадки и скоро ли ждать весны. Как правило, на листьях появляются капельки росы. Но пока, по словам биолога, все без изменений. А это значит, что весна, как бы ни торопил календарь, не спешит на порог. Впрочем, это неважно. Главное, чтобы настрой на весну уже появился. Елена Горохова, Алексей Калякин, объективно, ННТВ.